Всем привет, дорогие друзья, и это вторая часть прохождения Бункер 21. Я тут чуть-чуть прошел, поэтому я уже тут. У меня есть пистолет, да? Да. Сейчас там, вот это... Вот этот монстр. А не, он не застрял. Попади. Так, ребят. Так. Смотрите, ребят, тут такой баг. Как застрял? Так, мороз надо сжечь вроде. Будешь за мной ходить? А, пусть ходит. Так, загрузка. Как он тут оказался? На нем, блин, смахивает логотип на строительный. Че? Так и будет ходить? Пожалуйста, патроны. Патроны. Где хранить? Блин. Где хранилище? Лестница есть. Сейчас к ней сходим. Я просто еще много чего прошу. Сейчас подождите, ребят. Так. Тихо, братан, лезь. Так,
Так. Говнюк. Так. Вы сделаете? Она меня еще боковать хочет. А мне потом нет. Помогите. О. Что он стоит? Быстрей. А мне ничего нельзя. А, стоп. Уйди. А мне не будет? Дайте мне. Иди пройти. Мы были. Блин. Так, ребят. Скажи, что тут бензин мне нужно хранилище, то где оно? Нужно много огня. Мне типа нужны палки, но я не знаю, где хранилище. Тихо, нет. Блин, богат стоишь. Так. Нет. Давай быстрее. Фу. Уйдёт. Ничего схавать. Мне ничего схавать. Сейчас, подождите. Магазин. Мясо. 31 минута. Ну, давайте на пистолет. Сейчас патроны. Главное, чуть заново чуть нажать. Так. Плюс 5 монет. После того случая взрывчатку разрешено использовать только с часовым механизмом. Специальный таймер можно взять в пособке под роспись. Для активации взрывчатку вам нужно объединить с часовым механизмом и установить в месте будущего взрыва. Дальше нужно активировать таймер на нужное время и удалиться от места взрыва. Не обязательно при этом использовать средства защиты. Взрывчатка. Я больше не могу. У меня часы вроде эти были, да? У меня вроде где-то были эти часы. Патроны по нулям, как всегда. Можно купить патроны? Нет, они 20. Это продолжить игру.
Где? Где он? А нельзя его обмануть, типа? Давай, побыкуй на меня. А бот. Микросхема была, но сейчас. Ядро нестабильное. Я направил собранные данные Плетаеву и Панфилову, чтобы они организовали комиссию для проверки системы электроснабжения. Периодические скачки напряжения могут в будущем привести к серьезным последствиям. Сегодня из строя вышло 2 предохранителя. Снова перегрузки. Я уже устал бегать туда-сюда для починки. Хранилище, фух. Нам нужно ружье. Так, у нас места хватает. Как забрать? Так, стоп. Вроде спички. Так, вот это можно объединить со спичками. Не, стой. 11 минут. Ну ладно, ребят. Потом встретимся. Это конец второй части. Всем удачи и всем пока.